Когда Гриша выходит на прогулку, движение по улице Розы Люксембург, если не останавливается, то основательно замедляется. Еще бы, практически в центре города Донецка по аллеям вальяжно разгуливает самый настоящий хряк. Зеваки достают телефоны, чтобы запечатлеть такой редкостный кадр. Однако ошеломленные прохожие Гришу ничуть не смущают. Он уже давно привык к людям, ведь в этой многоэтажке он поселился 5 лет назад. Своим поведением и преданностью Гриша скорее напоминает собаку. За хрустящий сухарик научился даже выполнять некоторые команды. Давай, Маркова. Однажды под Новый год друзья Ирины и Игоря решили подарить семейной паре мини-пига. Свинью в буквальном смысле подложили в виде подарка под новогоднюю елку. Тогда Гриша был размером с ладошку. Вот он рос, и в 2,5 года стал таким вот большим. И оказалось, что это совершенно не мини-пиг, обычная веслобрюхая вьетнамская свинья. Собачьи повадки Гриши вполне объяснимы. Хряк появился в семье, когда в ней уже жила собака. Именно по примеру четвероногого друга Гриша ходит по нужде только на улицу. Единственная свинская черта в его характере – неравнодушие к лужам. Если увидит, не упустит возможности поваляться. Дома он купается в тазике или во дворе под шлангом. Раньше Гриша принимал ванну, но потом просто перестал в нее помещаться. Гриша, я думаю, он себя не считает свиньей. Скорее всего, он себя считает собакой, потому что 5 лет он прожил в обществе с собакой. Разбирали прялки, разбирали по частям глянцевые журналы по каждой страничке, лазили по шкафам, проверял, что где лежит, бил варенье банками, потому что ему нравилось сладкое, причем огурцы, помидоры он не трогал, а банки с вареньем, причем как это определял, мы даже не знаем, наверное, хорошие такие у него, хорошее обоняние. Вот варенье он с удовольствием разбивал стену, причем это делал ловко, он лбом катил баночку и придавал ему ускорение, и банка разбивалась, и он ел варенье. Как шутит Игорь, хряк Гриша живет в 5-звездочном свинарнике. Так он называет свою двухкомнатную уютную квартиру. Тут свин чувствует себя вполне комфортно. Гриша спит на арабском коврике, который заботливая Ирина специально для него привезла из Египта. Любит пить молоко и есть сухарики. Интересно, что ни запаха, ни каких-либо других признаков проживания в квартире хряка нет вообще. Сложности с ним не больше, чем с собакой. В туалет он ходит на улицу, он у нас терпеливый мальчик, он терпит. Но если у нас никого дома нет, у него специальное место, он ходит в туалет туда. В принципе, сложностей таких нет. В уходе, как с обычным животным, как собака, не знаю, кот, ну, большой кот, переросток такой. Какая была реакция людей? Вот были те, которые там, допустим, наоборот, там возмущались? Или больше людей восхищаются тем, что вот поросенок живет? Ну, большая часть относится положительно. Есть отдельные, ну, может, там на 100 человек, может быть, один там находится, который спрашивает, когда вы будете колоть, или для чего вообще его держать, это свинья, или там бесится с жиру, ну такое, ну таких очень мало. В основном идет позитив, причем особенно от детей. Дети вообще с ума сходят от него, там его окружают, дергают за все, что можно. Он от них уже прячется, от детей. Гриша совсем как человек, может конючить и вздыхать. Именно такими звуками он каждый вечер зовет в постель Игоря и Ирину. Кстати, семейное ложе он разделяет вместе с супругами уже давно. Он был маленький, он первые 2 ночи он плакал. Мы переживали, что он, наверное, не доедает. Как бы мы ночью вставали по 2-3 раза, его кормили как маленького ребенка. А потом, естественно, хотелось спать, и вставать не очень хотелось. Поэтому мы решили его взять просто-напросто полежать с нами в кроватке. Вот он маленький, как лег в кроватку, так вот он до сих пор из кроватки не поднимается. То бишь у него есть любимый диван, и он с удовольствием спит на этом диване, и диван полностью его. Он добрый, он теплый, он очень горячий, с ним очень хорошо спать зимой, он вместо печки может быть. Вообще Гриша, судя по всему, не знает, что он кабан, ведь он никогда в жизни не видел своих сородичей. Игорь и Ирина его ласково называют сынулей и уже настолько привыкли к своему хрюкающему счастью, что просто не могут без него жить.